как определить высокую духовность у другого человека? Определить высокую духовность у другого человека несложно. Когда вы находитесь рядом с этим человеком, скажите себе, вы хотите обнять этого человека? Если вы его хотите обнять, значит перед вами высокодуховный человек. А еще, а если вы хотите обнять кого-либо, вот у вас появляется желание обнять кого-либо, но без сексуальных притязаний, без популяризации или там желаний каких-либо вот этого человека, там денег, еще чего-либо, то тогда это говорит о том, что вы высокодуховный. Почему я перестал выходить на улицу? Почему я перестал куда-либо идти? Я запросто могу обнимать людей. Мне нравятся люди. Какие? Любые. Больные, несчастные, просящие, непросящие. Почему? Люди. Люди прекрасны. Поэтому, если вы видите батюшку, его хочется обнять, высокодуховный батюшка.